территории отдела? Да, на территории отдела. Да. Все нормально. Мы никому ничего не обязаны. Вам бумажку такую туалетную дать? Она пропустила огражденную машину на территорию. За это увольнение. Нам закрыли ворота на цепь и сидят все в бронежилетах, автоматчики. Сейчас задерживаете их, что ли? Протокол задержания выписали? Нет, просто времени никаких не предъявляют. Вы просто находитесь в заложниках там? Да, они сейчас мстят за то, что сотрудники нарушают законы и приказы. Они сейчас мстят, не выпускают автомобиль. Присядь, увидишь нас. На колени. А ты можешь сюда выйти? Да, вылезь. Я знаю, но он не пускает. Давай, Володь, вылезай. Володь, вылезай. Снимаете? Снимаем, снимаем. Вон там черная дверь есть. Рядом ну. С дверью есть щель в заборе. Там все видно. Тут там еще есть. А где они пропали-то? Полицейские. Где они? Выезжают? Это, конечно, неправда. Тук-тук-тук! Здравствуйте, а что, не пускаете, что у нас граждане? А что проблема? Попозже выпустил? А как попозже? Я что-то не очень понял. Сейчас задерживаете их, что ли? Задерживаем. Сейчас досмотр машины произведем. А, досмотр машины? Да, серьезно, что ли? А вы чем раньше думали, девушка, когда их пропускали эту машину? Не хотите сказать, нет? Почему задерживаете журналистов? Непонятно. Звонишь в местный комитет. После чего обратились в ФСБ и начальник УВД Басман рассказывал, что будет уволено сегодня 3 сотрудника МВД. Мы думали, на этом все закончилось, и уже собрались ехать домой, ребята зашли на территорию, и у них там пытались изъять и удалить все видеоматериалы. Вот они успели нам передать, ну, видео... Они, получается, взяли их в заложники? Ну да, получается, да. Никакого досмотра, никакого, никакого задержания не было? Ничего никак не было. Тем временем под полицейскими проваливается земля. Вот земля проваливается, там дырка уже. А ты не там. Не пристегнуты. Что, пойдем в движение? Это, видимо, понятые. Вас понятые взяли? А вы можете отказаться, вы знаете? Уведомление. Вы что, написали заявление, да? Они, если вы не хотите, вы можете уйти и не соглашаться быть понятыми. Они вам права ваши зачитали? Ну, почему? Да люди справку хотят получить. Чего до них это поставили? Нам уехать и все. Вроде они говорят, понятыми вы их взяли. Давайте, можно я заявить? Мы сейчас, давайте освободим журналистов. Давайте сначала наших освободите, а потом вот какую-то очередность. Они просто там сидят. Они не задержаны, а выйти не могут. Тогда оформите протокол задержания. А вам какую справку нужно? Это какой у вас точный не адрес? Большой казенный. Кто там пытается вылезти? Саш, ты что там? Держишь тебя, что ли? Удерживаем? Саш, вас удерживаем? Саш, как дела? Нормально. Саш, что происходит? Вам протокол задержания выписали? Нет, просто времени никаких не предъявляют. Вы просто находитесь в заложниках там? Да, они сейчас мстят за то, что сотрудники нарушают законы и приказы. Они сейчас мстят,
не выпускают автомобиль. Видите, какие классные ботинки? Да, да, вижу. Они какие-то нечищенные, по-моему, старые. Не, это старые. Нормально. А сотрудники у них выходят, блин, не пойми в чем. Знаешь, что я думаю? Они думают, что сейчас сделают протокол досмотра, а потом... А я предлагаю посигналить тебе там в машине. Нельзя, тут написано, что нельзя сигналить. А кем написано? Я же не полицейский, я же умею читать. А мы сейчас не въезжали, выезжали стоим. То есть, если выезд, то движение. Тут непонятно, чем написано. Какие толстые ноги сотрудника полиции. А вы можете по территории кататься? Нет. А ты близко к вороту можешь подъехать? А мы туда стоим, ну вот. И, я вижу, вижу. Нет, и машина стоит. Володенька. Володенька, присядь, увидишь нас. На колени. А ты можешь сюда выйти? Да, вылезь. Я знаю, но а он не пускает. Этот. Слушай, а вылезете оба отсюда. А давай, да, давай мы тебя за руку будем держать. Пускают, оставьте машину, а вылезьте оба. Есть, а ты давай. Ногу вытащи нам, мы будем тебя держать. Да он меня порвет. Ну, по башке как сзади дадут. Чуть у тебя гидрики это сейчас. Саня, а вы, оставь машину, пускай постоит, вылезьте оба. Да вылезли. Давай ногу, давай. Давай, Володь, вылезай. Володь, здрасте, а вы кто, молодой человек? Скажите, пожалуйста, что вы тут делаете? Водитель полиции, вы работаете здесь? Почему вы нас удивили? Володь! Надо подальше ноги держать, а то звонок сейчас не будет. Не дает полицейский, да? А ты не можешь там сам отправить? Я не вижу. А ты оттуда не пролезешь? А, сегодня я... Кстати, посмотри, кто этот... Что за цирк, блин? Дай чекай, слышал? Осмотр чего у нас? Место происшествия. Осмотр места происшествия, какое следственное действие сейчас будет происходить? Гражданин кто заявил, что въехал оружие? На территорию, заявил о том, что он въехал с оружием. И? Нам нужно посмотреть оружие. А и он дальше ничего не заявил? Что ну, разрешения ничего. У него нет? Ну так надо просто посмотреть. Так у него спросить. А на каких так, основаниях? Мне нужно пройти. Так и нам тоже. Досмотр в каком случае производится? А мы можем быть понятыми? Да, можем, конечно. Из-за вас вон СОК идет пешком. Из-за вот прихоти Сталин, вашего знаете, начальства какой? СОК идет пешком. Они сколько въехать туда? Не смогли, да? Их не смогли запустить сюда. Анатолич, откройте водитель. Сегодня нет своих. Анатолич! Может, Анатолич так? Смотрите, а они... все закончили, люди не могут выехать. Они просто машину досмотрят и выезжают. Ну да, да. Мы... За что? А? Бойцы, за что? Пиво. За пиво? Вообще ни за что. Ни за что? Ну я так рядом стою. Я вообще эту порогу сделал ну. Так-то. Хороший. Че, пили, нет? Да, за мной пойдем. Я буквально два глотка сделал. Остальные кто? Доставление сделали? А? Вот так вот доставление оформили? А может быть, или просто взяли? У вас понятыми, нет? Понятые. А, понятые? А вы можете отказаться? Вам... Да, вы можете отказаться. Нет, мы... Ну, если вы согласны, то мы потом будем вас в суд вызывать, имейте в виду.
Вы смотрите только, на провокации не поддавайтесь. Если что, говорите только правду и ничего, кроме правды. Если денег будут давать, берите. А почему туда не пускают? Почему не территория? Вы же сделали замечание, но приняли меры. Ограничили меры людей. Вы же сами за это боролись, господа. Я ошибаюсь. У меня не за режимную территорию боролись. Вы боролись за обеспечение режима по законности, правильно? Нет. Все ваши требования... Мы все ваши требования учли. Ваших нарушений. Мы все ваши требования учли. Нарушения устранены. Свободный доступ на территорию устранен. Спасибо вам за ваше участие. Все, как вы попросили. На понятые там что делают? Здесь надо остаться, да? Что там, целые группы? Какие группы? Люди какие-то. Непонятно, что они там делают? Эксперт. А там никого не с той стороны? Подполковник или майор. Майор. Следователь еще с татушкой на ноге. Да. Прикольно. Нога. Интересно, а следователь может быть с татушкой на ноге? Почему нет? Закрыто, что ли? Да. Адвокат. А, вот что так быстро. Да. Ремешок. Ремешок.